Первое изделие, so когда мы были в Индии, is that when we visited India, вызвало наибольший интерес по нашему мнению. According to our opinion, that vehicle caused most of the interest. Это танк Т-55. That is T-55 tank. В таком виде его, конечно, не сразу узнаешь. In turning on the main engine, работу всех электрических систем, включая систему управления огнем, поворот башни, turret turning, наведение пушки, laying of the gun, и так далее. Учитывая, что здесь новая компоновка, keeping in mind that the layout is new one. А то, что галяк выполняется через 1000. Кроме того, эта компонента для модернизации этих или использования по вашему смотрению другой техники, такую схему он подписать. Это МТО. First of all, it will refer to the top deck plate and slight modifications of the rear part. That's why this type of modernization will not involve great increase of weight. See this, and then there's one more question.
для таких друзей, как вы, они были сделаны, эти рычаги. Господин Ковальевич, место в любом вот этом танке, на месте механика водителя, место столько же, сколько в автомобиле. Башни, да. So much space for the driver. In all those tanks, like in a car. In a tank, yeah, it's different. But it's more... I thought the Russian cars and the other cars are also don't be, you know, proof against everything. That's why I was very surprised when they all started talking about it. Я думал, что машины, особенно русские, все они очень такие прочные. Но когда я увидел это, они вот снижали. Понял. Да. Ну, там распишу, если ты не слышишь, ты поставь, что ты ее отправишь.